Как конвертировать DTS в FLC? Перейдите к azzip.com, затем нажмите «Конвертировать», «Аудио» и перейдите, чтобы преобразовать DTS в FLC. Нажмите «Выбрать файл DTS для конвертации», чтобы открыть средство выбора файлов, или перетащите файл DTS прямо в azzip. Нажмите «Преобразовать в FLC». Начнется процесс преобразования, который займет некоторое время. Нажмите «Сохранить файл FLC», чтобы сохранить преобразованный файл FLC в выбранную вами папку назначения. Это так просто. Надеюсь, это поможет. Пожалуйста, нажмите на логотип и подпишитесь. Это очень много значит для нас.